Привет всем, Одесса на связи. 17 июня 2024 года. В 21:42 у нас в Одессе объявили воздушную тревогу. Причина – это пуски баллистических ракет с Крыма. Какое направление, куда летит, неизвестно. Вот, если к нам, ну, это минут, 2-3 минуты, и прозвучит взрыв. Если это в направлении Одессы, либо Одесской области. Но направление ракеты неизвестно, обычно пишут, куда летит. Сейчас пока никто ничего не знает, никто ничего не сообщает. Поэтому прячемся куда-нибудь. Если дома, то подальше от окон. Если на улице, то хотя бы куда-то в какое-то, чтобы было что-то где-то как-то, я не знаю, стены какие-то, чтобы вот этими осколками не посекло. Вот обстановочка, скажем так, тревожная. Может быть, к нам, потому что нас давно не атаковали, у нас даже тревог не было в последнее время. Какая-то тишина подозрительная. Я на связи, будет обновляться информация, буду сообщать. Пока что все тихо, никаких взрывов не звучало. Время сейчас 21:43.